Всем здравствуйте, вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0, меня зовут Васильев Роман, и сегодня такая штука, как починить лазерный уровень. Много посмотрел видео, там всякие опять сидят эти, вот я вот там прозвонил про это. Не люблю такие видео, люблю, где рассказывается конкретно. Сейчас покажу, что за уровень и как его починить. 5 секундочек. Вот такенский уровень, называется он MicroX. Вот корпус у него, может, кто это. Снимаете резиновый корпус. Выкручиваете 5 болтов часовой отверточкой там сбоку. Вот эта фигня вся открывается. В чем суть? Вот я его включаю. Работает один лазер, верхний не работает. То есть он все пищит, все, но не работает. Кнопку тыркаешь, эффекта 0. А прикол в том, что вот здесь на плате, не знаю, видно будет, нет, сейчас резкость наведу. Вот, видите, есть L. L плюс, это лазер плюс. Здесь вот идет тоненький проводочек, вот волосинка. Она идет, идет, идет вот сюда и на нижний лазер. Это плюсовое питание первого лазера. С противоположной стороны, если вот мы его вытащили оттуда, вот он там у нас стоял. С противоположной стороны есть кнопочка, ну, кнопочка, место припоя L2, L1. То есть смотрим, здесь у нас также тоненькие проводочки, которые как волосиночка. Вот он, его еле-еле видно. Вот L1 идет, идет, идет. И вот сюда приходит. И отсюда он разводится, вот он, по минусам. А здесь L1, который вот он. Блин, надо чем-то таким указывать. Вот он, L1. Вот она, волосинка. То есть у них получается плюс, вот этот, который, L. Он один на два лазера. А здесь минус. Вот этот на вертикальный, вот этот на горизонтальный. Просто неудачно уронили его там или что-то сделали. Проводочек этот, вот он, отвалился. Его когда подключаем вот сюда, ну, сейчас подскажу, покажу. Вот у нас есть набор мамкиных инструментов для ногтей. Возьмем оттуда просто вот такой пинцет. Вот мы берем волосинку эту, прижимаем к контакту L, и у нас начинает работать горизонтальный лазер. Пожалуйста, вертикальный и горизонтальный. Не надо что там прозванивать. Вот я с AliExpress заказал лазер, чтобы все работало. Хрень всякую придумают, чтобы люди сдавали это все в ремонт. А они это ремонтируют за 5 секунд и потом с вас огромные бабки требуют. Это будет видео в разделе «Сделано своими руками». Как за 5 секунд починить этот лазер. Сейчас подпаяю, соберу, покажу, как это работает. Проводочек мы припаяли. Ставим. Оп. Па-бам. Ну и все, можно благополучно собирать в корпус. Уровень функционирует. Вот, оп. Он сигнализирует. То есть, ну, поставил его, и он пищит, что если уровень неправильный. Что-то не пищит. Сейчас, короче, соберу, покажу как. Ну, удобно одной рукой. Итак, я собрал это чудо природы. Блин, что-то как-то темновато. Во. Вот такое вот чудо природы. Ой. Сейчас, короче. Да елки, ну неудобно одной рукой. Открыл. Блин. Открываем. Что тут у нас? Плюс. Тут минус. Ну, кнопка-то, она так и не работала, короче. Хоп. Вуаля. Работает горизонт и вертикаль. Вот так вот. О, слышите? Чуть-чуть его повернул, и он начинает пищать. Уровня типа нету. О, зараза. И начинает моргать, что уровень неровный. Короче, вот так легко и просто можно починить уровень. И я вам об этом рассказал за 5 минут, а не там 2-3 часа тут эти мозгоклюи. Вы находитесь на канале Мысли вслух 2.0. Меня зовут Васильев Роман. Под видео, получается, где? Здесь или вот здесь? Короче, внизу ставьте лайк, большой палец вверх. Обязательно, если видео посмотрели, поставьте лайк. И, ну, нажимайте кнопочку подписаться. Подписывайтесь на наш канал. Будет очень много всего интересного. Пока-пока.